Будем угадывать зону. Без интерфейса, без карты, ребят. Все. Вырубаю, смотрите. Хоба. Все, нет. Кайф. Да он врубается, когда самолет начинает лететь. Он автоматом сам врубается снова. Еще и непонятно, убил ты человека, не убил. Ну, типа, киллы же не приходят. Что думаете, ошибка у чувака или нет? Ну, конечно, ошибка. Я не знаю, брать болтовку или нет. А то хз, блин, типа, ты убиваешь или нет? Ну, с болтовки вообще тем более непонятно. Смени-ка хотя бы понятно как-то. Ну ладно, го с болтовкой. Пофиг. Даже бустов не видно. Чел крадется. Так, ну по бинтам я ориентируюсь. У меня ХП в норме. Бинты не юзаются. Этого я убил. Это по-любому. Вопрос в другом, есть ли тут еще кто-то? Интересный режим. Интересненький режим. Так, чел. Не умер. Не умер. Не умер. Тоже не умер. Он куда-то прям знатно хочет уйти. Застрял немножечко. Я его, по идее, вот тут делаю сейчас. На вот этой перебежке. Ты издалека по мне стрельнул или нет? Он вроде как по мне ничего не попал, да? Не попал. А этот нормально напопадал. Чел. Инста. Так, ну что ж. Я не знаю, где зона у меня будет. А, интерфейс вырубается клавишами Ctrl плюс U английская. Где G русская на раскладке. Так, чел. Вроде как убил. Вроде как убил. Но это не точно. Есть там труп? Надо посмотреть. Это труп?
Убил. Капец. Нормально. Даже не видно, что чинить. Типа ты меняешь просто и все. Офигеть. Нормально. Вот сейчас открылся парашют, это хорошо. Он просто так туда заехал, или там зона будет? Надеюсь, у него дуло какое-то будет. Так, этот чел у меня без тачки. Поэтому он должен куда-то, наверное, сюда будет бежать. А, он перевернул тачку. Это он и ехал. Я понял. А, нет, вот он бежит. Или это не он, это другой какой-то, да? Давайте, наверное, ту тачку тогда заберем. Этого закроем фул. Он сейчас по левой все равно пойдет. И тем более я не знаю, где зона, поэтому... Поэтому мне тут даже как-то немножко без вариантов что-то думать. Так, и по-моему, этот чел с какой-то ППшкой бежал. Ну и он, по идее, должен был уже выходить где-то тут. Да, вот он бежит. Ну, зона максимально интересная. Так, пока бинты не юзаются, значит, хп в норме. А, ну и у меня рюкзак был. Так что, по-любому, в норме. Так, чел какой-то бежит. Я думаю, его можно немножко сделать. Высоко. Надо было карик брать. Вот с карика я бы нормально, кстати, там попал. Я краев круга не вижу. Еще один чел какой-то. Подкрадушник.
Этот куда-то отошел. Ошибется еще раз или нет? Но его нужно байтить. По-моему, я в пузо получил, нет. Видел кровяку. Зона у меня тут. Попал. Я думаю, что мне нужно в кемп зайти. В этот справа. И на всякий случай бустанусь. Бусты я все равно в любом случае, наверное, найду. Но очень похоже на... на зону вокруг вот того этого. Ну, той бетонки правой. Очень похоже на это. Скорее всего, у меня тут чел сидит где-то. Да. Вот интересно, я его взорвал или нет? Нет. А, ну тут, в принципе, аптек достаточно. Ладно. У меня чел где-то сверху еще встал, что ли? А, это вот этот в черном, кстати, это он. Все, понял. У меня с поля еще люди играют. Надеюсь, сверху тут не выйдет никто. Но зона медленная, получается, у меня где-то она тут будет. У меня тут тачка, чел на крыше. И, по-моему, это ваншот. По-моему, это был ваншот. Я не вижу следа от выстрела. Да, тот больше не пикает. Скорее всего, я его ваншотнул. Кажется, он меня только что... Кажется, меня только что на мопед забайтили, ребят. Кажется, меня только что забайтили на мопед. Убил? Да. Да, я с зоной, кстати, угадал. Это эта зона. Зона медленная. Значит, уже какая-то пятая, скорее всего. Того я реально сваншотил. Да, и все. И занимаю вот этот граунд просто. И, по идее, должен выигрывать нормально. Убил этого. Интересно, сколько фрагов я уже настрелял? Кто-то считает вообще, нет? Осталось где-то 3-4 в живых, наверное. Около того. И мне нельзя отсюда выходить. Это факт. Вот вообще нельзя. Надо зону ждать. Это факт. Ну, в конце покажут, сколько киллов. Там прям в ряд пойдет все. Так, окей. Я думаю, что зона где-то вот тут будет. Вот это вот. Сейчас надо будет по кругу просто смотреть. Угу. Чел с гиликом. Нет, не гилик.
Я по нему попал, кстати, нормально. Это 1v1, что ли? Не, не верю, что это 1v1. Если 1v1, то я могу дроп залутать, по идее. Ну, что? Ну, считаем, сколько киллов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 16 киллов. Нормально, нормально. 16 настреляли. Хорошо. Уф, просто нормально.